Москве резко похолодало. А в чем вы будете ходить в крещенские морозы, которые вот-вот нагрянут? А в чем вы будете ходить в самый холодный месяц зимы по статистике в феврале? И мы поможем вам еще и сэкономить. Сегодня главное предложение дня – пальто Моника. Встречайте, конечно же, представляет его главный эксперт рубрики «Мода», стилист, звездный стилист, народный стилист, ваш любимый Микола Комендров. Я бы даже поправил бы и сказал бы предложение одного часа, потому что сегодня в каждом часе будут меняться главные предложения дня, поэтому поспешите, у вас остается всего лишь 58 минут, точнее уже на 6 минут меньше. Данное предложение Моника выполнено от российского дизайнера бренда, у которого главным девизом является креативный новый стиль. Поэтому Новый год со с новым стилем. У нас с вами здесь утеплитель Холофайбер, один из самых высочайших и последних ноу-хау в мире по утеплению. Поэтому температурный режим будет у нас стартовать от минус 25, а с теплой одежды до минус 25, 30-35 градусов. Данное полотно у нас с вами выполнено еще из нейлона, а это значит, что у нас не продукт. И если мы попадем даже в дождливую или оттепельную погоду, у нас с вами тоже будет комфортное ощущение этой зимы. Ну и, конечно же, элегантный крой, который сбалансирован очень продуманными и правильно выстроенными деталями, дополнительно работает на то, что вы себя чувствуете комфортно в эту непогоду. Ну и, конечно, будем выбирать оттенки. Да, посмотрите, в четырех потрясающих оттенках ментоловый, вы видите, так переливается, да, у нас прям голограмма какая-то, эффект мне очень нравится такой. Да, ментоловый оттенок, вот он действительно очень похож на утиное крыло, все сразу вспоминают ту знаменитую сказку про уточку. Серая шейка. Да, серую шейку. Да. Вот как раз-таки такой сизо-зеленый оттенок, да, такой цвет дичи у нас с вами. Следующий у нас с вами цвет. У нас изумрудный оттенок. Изумрудный. Да. Причем... Здесь более глубокий оттенок. Вот. Это, знаете, уже дикая утка. Вот так. Она более такая черно-зеленого цвета. То есть это очень интересно. То есть вот как я сделал паузу, также вас будут разглядывать, что за цвет. Что это за же цвет? Интересно. Вот. Посмотрите, по сравнению с черным, например, видите разницу, да? Это изумрудный черный цвет. Изумрудный. Хотите, правда, потрясти всех окружающих? Следующий оттенок серый, такая чистокровная платина, да? Это у нас с вами очень красивый, роскошный оттенок. Он, кстати, еще и присущ таким породам кошек, как голубая русская. Вот, пожалуйста, может быть, вы хозяйка или хозяин как раз-таки такой породы, то сделайте подарок жене или, например, сделайте себе, если вы сама дама. Вот и классический черный оттенок, да, прям вот наше с вами драгоценное русское черное золото и наши алмазы. Размеры доступны от 48 до 58 размера. И это очень важно, ведь зимой мы рассчитываем, что будем надевать под куртку, да, еще кофту, джемпер. Подскажи, как выбирать правильно дистанционно размер? Данное предложение у нас с вами имеет, получается, размерную линейку, не сдвоенную. Поэтому мы с вами сейчас досконально все перемерим, и я вам точно скажу, меряю для вас 52 размер. Полуобхват у нас с вами рукава составляет 40 сантиметров. За счет плотности он получается где-то на минус 2-3 сантиметра будет меньше. Поэтому если вы носите тонкие вещи, то ваша рука будет себя чувствовать комфортно. Если вы любите плотный, то выберите на размер больше. По груди 52 идет у нас с вами на 112 сантиметров. А это значит, что мы можем выбрать пальто размер в размер. Если вы любите носить более объемную одежду, а не в обтяжку, тогда возьмите на размер больше. То есть в зависимости от вашей нательной одежды и привычек, вы выбираете размер либо свой, либо на размер больше. Да, на мне сейчас 50 размер, можете посмотреть. Чувствую себя вполне комфортно, даже учитывая, что сегодня у нас, например, на улице просто, я не знаю, минус 29 было вот в 5 утра. Да, но из-за ветра 31 А по ощущениям прям 31. Я хочу обратить ваше внимание, как я обещала, на цену. 3999 рублей. Вы представляете, это сезонное предложение по просто беспрецедентно низкой цены. Такой цены просто не было ни осенью, ни в разгар зимы. Специально только для вас. При оплате картой 3799 рублей. Успеете поймать эту возможность. Как только особенно слышишь цену, все. Вот теперь поговорим как раз
Кому рекомендуешь, на какую зиму, где и когда нас согреет? Данная куртка идеально подходит для любого региона нашей страны, ведь они отличаются по температурному режиму, по привычкам и, конечно же, выпадению осадков. Сейчас вот в центральной европейской части достаточно лютые морозы. Эти же морозы привычны для Сибири и за Уралом, поэтому данная куртка будет идеальна именно за счет утеплителя Холофайбер. Холофайбер считает одним из самых умнейших утеплителей. Он, кстати, очень хорошо реагирует на температуру вашего тела. Вы находитесь на улице, ваше тело разгоряченно работает для того, чтобы согреться. Он помогает и поддерживает этот баланс. Как только заходите вы в помещение, то утеплитель реагирует на то, что атмосфера воздуха становится теплее, поэтому вашему телу не нужно себя утруждать, он сразу понижает температуру и делает больше прохлады. Поэтому вам в помещении не жарко, на улице не холодно. И не тяжело. Да. Вот это я хочу отметить. Она не такая тяжелая, как привычные пуховики, которые согревают так же, но очень утяжеляют. Да. Это очень неприятно. А вот здесь легкость. И у нас есть отзыв от Екатерины Евгеньевны из Челябинска. Привет, родной Челябинск. Привет, Урал. Там тоже всегда холода, кстати, всю зиму практически. Каждый год нахожу себе верхнюю одежду на телеканале. Столько стильных и качественных вариантов нигде не видела. Спасибо вам огромное за отзыв. Обязательно пишите нам, звоните, потому что сейчас пальто Моника – это бестселлер декабря. Поэтому, кто уже получил, можете позвонить, рассказать про свои ощущения, про отзывы. Кто сейчас увидел эту цену и не устоял, мы вас поздравляем, вам удалось схватить удачу за хвост. 3999 рублей. 3799 рублей при оплате картой. Такого не было. И вы выбираете для себя лучшее, стильное, теплое, облегченное. И, конечно, это инвестиция. Ну, как нельзя кстати, причем всегда будет, да? Итак, хочу сказать, что здесь еще, что мне я отметила. Появляется стройность. Да, мы выбираем верхнюю одежду, но я посмотрела в отражение, пошла в гримерную и понимаю, надо же, в отличие от моего даже пуховика, здесь я выгляжу стройной. А стройность здесь у нас с вами выполняет сразу несколько аспектов. В первую очередь визуальный аспект, это цветовая гамма в особом таком свечении, которая визуально делает ваш образ более глубоким, а тем главное стройнее. Правильно размещенные кармашки, эластичные резинки в зоне вашего запястья для крепления перчаток, а специальные боковые отрезы, которые наполовину расстегиваются для свободы шага, двойная реверсивная молния и стежка, которая настолько плотно стоит, что создает правильность и элегантность. Цвет черный, темный изумруд, зеленый оттенок и, конечно, благородный серый. Четыре цвета для вас. Самое лучшее предложение этого дня. 3999 рублей.